По всей России сейчас бушует мощный циклон, и некоторые центральные регионы засыпают снегом. И согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Мордовии тоже ожидается похолодание и выпадут осадки. Водителей и пешеходов вновь будут подстерегать гололедица, а коммунальные службы, надеемся, сразу отреагируют на снежные заносы на дорогах. Хотя на сайте администрации города с 16 ноября уже висит предупреждение о том, где можно, а где нельзя парковаться в зимнее время, когда коммунальщики будут чистить дороги от снега. Итак, стоянка в Саранске будет запрещена по четным и нечетным числам на 45 улицах города. Полный список можно найти на сайте городской администрации. Будет ограничена стоянка на основных магистральных улицах во всех районах городского округа. Ленинский, Октябрьский и Пролетарский. В соответствии с кодексом об административных правонарушениях данные машины будут эвакуированы. Стоит отметить, что запреты теперь действуют с 0 часов до 6 утра, а не как раньше с 23 часов. Вероятно, чиновники просто не хотят повторения прошлогодней истории, когда улица замело снегом. И если центральные магистрали убрать смогли довольно оперативно, вот на маленьких улочках разъехаться было сложно. И все из-за плотной парковки по обеим сторонам дорог и во дворах. Поэтому в мэрии, кажется, нашли правильный выход. Заранее предупредить, что жителям стоит учитывать, где парковаться в определенные дни. Так что смотрите на знаки. И если утром не обнаружите машину под домом, знайте, ее эвакуировали. А о том, что процедура получения авто обратно не просто долгая и дорогая, известно уже давно. Так что обычная внимательность спасет город от пробок, от вас, от дорогостоящих штрафов. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости.